В среду Светлой Седмицы божественную литургию в храме Рождества Христова возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Архиерея встречали прихожане и гости храма, казаки Рождественской полусотни, учителя и учащиеся Русской православной школы, воспитанники детского дома Рождественский. За божественной литургией владыке сослужил настоятель храма протоиерей Александр Игнатов и духовенство. Песнопение исполнил мужской и женский хор, казаки поучаствовали в пении «Ектеньи», а участники молодежной общины спели пасхальные песнопения грузинским и византийским распевом. Во время архипастырского визита митрополит Григорий посетил казачий хуторок на территории храма, хату атамана, в которой располагается казачий музей, где представлены исторические экспонаты казачьего быта. Выставочный зал, где сейчас находится интерактивная выставка «Взгляд на истину с глубины веков». Владыка благословил ее участников и пригласил привлекать к посещению как можно больше студентов и прихожан различных храмов. Митрополит Григорий осмотрел территорию детского дома, спортивную площадку, а также недавно открывшийся веревочный парк. Владыка посетил трапезную, интерьер которой украшает настоящая русская печь. На территории храма митрополит посетил рождественский вертеп Вифлеем, а в нижнем пределе храма – точную копию Туринской плащаницы. Еще раз всех вас поздравляю со Светлым Христом Воскресеньем! Пасхой Господней, сил вам всем, здоровья, помощи Божией и в вашей духовной жизни, и в вашей жизни физической. Храни всех Господь! Христос воскрес!